Друзья, всем добрый день! Приветствует вас стадион Академии Краснодара. Сегодня 9 октября, и мы будем смотреть за очередным матчем команды «Краснодар-2». Прекрасная футбольная погода. Пока они вкатятся в игру, пойдут не совсем по их сценарию. Ну и посмотрим, чей сценарий заработает. Игра началась, и тут же уже перехват, можно развивать. Атака 3 в 2, нужно доводить до удара. Где удар? Удара нет или есть? И катятся игроки «Волги». Дальше к Кутовому. Ну и Максим, да, он тут показывает, конечно, в эту стену. Эту стену пробить не может. А вот это Кутовой, блестящий. И дальше прошла передача. Манилов, удар поворотом. Рядом с перекладиной. Какой момент. Кутовой, Манилов. Это было просто, просто круто. Все остальные матчи, если проигрывали, то не сильно. Тут момент. И вот так выбивать надо. И успевает это сделать. Олег Исаенко прибежал и... Ну а дальше подбор за Уи. Тут уже хотел бить тоже. Отличная Кучугура рядом со штангой. Какая сейчас атака у Краснодара 2 получилась шикарная. Ну что сейчас? Ах, Исаенко. Не получилось. И теперь бежит, бежит. Бежит Билалов, бежит, режет угол. И дальше бежит. И вот тут уже катится под него Сухорученко и угловой. Арбитр согласно таймингу и даст свисток об окончании этой встречи. Ну вот и все. Ну и есть легкое разочарование, наверное, и у тех, и у других.